Здраст. Я ГГ. Ломаю четвертую стену. А еще я пилот. Что за пиздец? Раб. Как думаешь, он видел самолеты? Лично мне все равно. Го партию в уно. А нет, я слышу самолеты. У меня шиза. Обалдеть. Ты нас слышишь? Ну да. Кажется, кефир был просроченный. Пойду в канаву. ГГ, зачем мы делаем шашлык? Я не знаю. Ура, я могу попить кофе без кофеина. Да, блядь. Что ты про попить говорил? Топливо есть. Блин, ладно. Тебя все равно нифига не слышно. Агрх, великий шашлык. Я не мешаю? Мешаешь. Нет. Оно говорит. Ладно, лечу, картошка в Беларусь. Так, стоп. Беларусь же в другой стороне. Конкорд нас спалили. Что делать? Сбрасывай и улетай.